Всем привет, меня зовут Роман Русинов, я чемпион мира по гонкам на выносливость, и как вы себе представляете, и я люблю скорость. Вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы автомобиль был быстрым, вам нужен правильное шасси, правильный двигатель, правильный мотор, правильные шины. В большинстве случаев более 50% результата напрямую зависит от того, какие у вас шины. С дорожными автомобилями вроде бы все и проще, но правильный выбор шин очень важен и здесь. Mercedes-Benz обувает свои автомобили в специально разработанные шины для каждой конкретной модели. Сегодня у нас два одинаковых автомобиля Mercedes AMG E63S, обутых во вроде бы одинаковые шины Michelin Pilot Sport 4S. Почему вроде бы? Потому что один комплект у нас обычный, а второй специально разработан для этой модели. И мне не терпится проверить в деле, чем же они отличаются. Сейчас мы на черном автомобиле, на котором стоят стандартные шины Michelin Pilot Sport 4S. Мы заканчиваем наш прогревочный круг, после которого мы поедем на результат. Итак, полный газ. Погнали! Итак, мы подъезжаем ко второму повороту. Это резкое торможение, буквально с 250 км в час. Я зашел в поворот с очень большой скоростью, поэтому немножко пролетел мимо траектории. Третий поворот, очень сложный поворот, особенно для автомобиля с таким весом. Но здесь и машины, и шины ведут себя прекрасно. На скорости более 150 км в час мы немножко чувствуем, что у нас происходит небольшой снос задней оси. Чувствую, что машина немножко плывет, но это стандартные шины. Было бы интересно посмотреть, как ведет себя такой же автомобиль на специально подготовленных шинах для этой модели. Итак, выходим на первый быстрый круг. Третья передача и полный газ. Подходим ко второму повороту и тормозим немного позже, потому что мы знаем, что вау, очень хороший баланс тормозов, и машину буквально впивается в асфальт. Очень хороший баланс на выходе. Третий поворот. Уже где-то здесь мне было очень сложно держать траекторию. То на этих шинах все намного лучше, да? То есть я могу полностью держать траекторию и подъехать к четвертому повороту намного правильнее, чтобы тормозить позже. У тебя больше держака, то есть в тот момент, когда он тебе необходим, а это на входе и на выходе из поворота, ты можешь раньше открыть газ. Ты чувствуешь, что намного больше перегрузок из-за того, что шины цепляют. Ты прям чувствуешь этот зацеп. Вау! Ты буквально впиваешься в сиденье на выходе из поворота. Вот именно в этом повороте ощущение, такое впечатление, что ты едешь совсем на другом автомобиле, более подготовленном именно для гоночного трека. А единственное, что мы поменяли, это шины. Больше скорости на входе в поворот, раньше открытия газа, намного раньше. И здесь, как минимум, я выиграл 2-3 десятые буквально в одном повороте. Вау, ну это реально круто. Роман, мои поздравления. Твой результат круга на шинах с амалогацией на 1,5 секунды быстрее. Для меня было приятное удивление, что вроде бы одинаковые шины ведут себя совсем по-разному. Расскажи, в чем секрет? Основной секрет кроется в очень плотной работе шинного производителя и автопроизводителя. И далеко не обязательно это должно быть быстрое время круга. Это может быть также и комфорт, и топливная эффективность. Все будет зависеть от модели автомобиля и от целевой аудитории. Конкретно для данного автомобиля фокус был сделан на высокую управляемость и баланс сцепных характеристик между передней и задней осями. При этом это будет все та же модель шин? В качестве референта мы используем модель шин, которая уже присутствует на рынке и изначально максимально приближена к требованиям, которые заявляет автопроизводитель.
Следующим этапом мы вносим в нее изменения. Это может быть модификация рисунка протектора, изменение профиля или вообще внутренней геометрии шины. Мы получаем продукт, который максимально приближен к идеалу и позволяет раскрыть весь потенциал автомобиля. Именно такие шины после прохождения согласования получают дополнительную маркировку на боковине. Конкретно для данной модели автомобиля Mercedes AMG E63S в данной шине был модифицирован рисунок протектор, изменена геометрия профиля конкретно для данных дисков. И сколько занимает эта работа? На самом деле это кропотливый труд, который требует большого количества ресурсов и может занимать не один год. Мы проводим большое количество циклов испытаний совместно с тест-пилотами Mercedes-Benz для того, чтобы получить тот результат на треке, который ты сегодня видел. Эти доработки делаются только для спортивных версий Mercedes AMG? Отнюдь. На самом деле все модели Mercedes-Benz оснащаются шинами с маркировкой MO. Более спортивные и мощные версии, как в нашем случае Mercedes AMG, оснащаются шинами с маркировкой MO1. Также на рынке ты можешь встретить маркировку MOE. Она обозначает, что это шина с усиленными боковинами, и на ней ты можешь поехать с полной потерей внутреннего давления в шине, но с определенными ограничениями. Тогда мне было бы интересно испытать эти шины в условиях, максимально приближенных к дорожным. Быстрый объезд препятствия – залог твоей безопасности на дороге. Задача – остаться в выбранной траектории на фиксированной скорости 100 км в час. Тогда давай начнем с черного автомобиля. На нем как раз установлены стандартные шины. Что, приступаем к новому тесту, настройки Sport Plus и разгоняемся до скорости в 100 км в час. Посмотрим, как же себя ведет автомобиль. Неплохо, но вот немножко не хватает сцепления на задней оси. Ну что, поехали на вторую попытку. Неплохо, но самое интересное – это посмотреть, как ведет себя белый автомобиль на шинах MO1. Потому что на гоночном треке мы видели, что именно белый автомобиль дает вам тот необходимый зацеп на задней оси, которого немножко не хватало на черном. Ну что, в нашем распоряжении белый автомобиль на шинах MO1. Ставим настройки S+, и разгоняемся до скорости в 100 км в час. Вау, автомобиль намного лучше себя ведет, он более стабильный. Такое впечатление, что стабилизатор приборной устойчивости намного жестче, то есть он более предсказуемый, он намного лучше держит траекторию. Вторая попытка. Разгоняемся заново до скорости 100 км в час. И ты прям чувствуешь, что эта шина дает больше устойчивости, больше зацеп именно сзади. Ну что, оба автомобиля показали себя очень достойно, но именно автомобиль белого цвета на шинах MO1 показал себя намного лучше с точки зрения управления. Он более стабилен, более предсказуемый в таких сложных условиях. Приятно слышать. Как раз именно для этого мы и проделываем эту огромную совместную работу. На самом деле контроль и уверенность нужны не только на спортивных автомобилях. Поэтому Mercedes-Benz обувает каждую свою модель в амалогированные шины. Я скажу вам так, это действительно работает.